Всем привет! Меня зовут Настя Окман. Спасибо, что зашли на мой канал. И сегодня мы поедем попробовать новую пиццерию. Так что поехали со мной! Хороший вид. Даже есть латекс. Так, а что касается меню. Меню прикольное. Мне понравилось то, что вы заказываете пиццу 30 сантиметров. Дальше идет вам... Что это такое? А, спрайты и пиво. И в это все выходит 120 деньгов. То есть то же самое, что вы просто пиццу взяли. То же самое и так вот. Дальше маленькая пицца, супчик и кола выходит 50 деньгов. Кофе. Кофе, кстати, вкусненькое. Мне понравилось. Просто я уже 2 дня не пью кофе из-за того, что у меня давление, поэтому мне все сейчас кажется очень вкусным. Что еще? А, супчик. Супчики прикольные должны быть. Я не пробовала, я потом попробую. Потому что мы так взяли пиццу фри, это будет много. Дальше и сама страница пиццы. Так, пицца есть с мясками, с грибом. С рыбами есть, морская, морепродуктами, веганская, в общем, все, что хотите. Ого, даже фруктовая пицца, блин, надо было такое попробовать. Как-то мы так, манго, бананы, джем и сыр, ну это вообще просто рай без сладкоежки. Такая пицца, в общем, она, вот эта вся, получается 3 сантиметра 120 деньгов, кусочек 30 деньгов. Ну, вкусненько. А ты что взял? А это компот бесплатный, ты что не всегда все. Это чай, это традиционный вьетнамский чай. Нет, компот. Компот? О, домашненькие компотики сухофруктов. Круто. А вот и долгожданная пицца. Пока что что-то я не похитил, надо заснять, что это пицца. Все, всем приятного аппетита. Надеюсь, пицца будет вкусная.